вообще, блядь, 2 минуты жду его, и я меняю наркотика. Личка, заходи. Пять минут было вам, блядь, писякаки сделать, нахуй, мало. Андрюх, ты здесь, мораль? Андрюхи нет. Да. 24 тела ждем, все. Все, ну все, меняй его, будешь ждать. Да, да меняй его, кикай, вешай ему КД, пускай. Сумотика хочется. Сумоноби? Чё-то это, шкаф не вижу. Шкаф поставьте, логи сумотика хочется. Как вы сумоните? Силой мысли, что ли? Да нет, прошел уже сам. А, уже был? Ждите ответ. Ну. Грузится, что ли? Как Осик, конечно, чек не надо, как просто. Все, прилетело. Рибахните лока. Поставьте ему рубль. Жрите рыбу, кто не пожрал. Ласки все пропейте. Повторяю, кто на рейнджу выходит еще раз. Три Ардру, ДС, Абудаби Мах, Квазивер, Хан и Мах Тиазар. От печеньки. Кто на третьей фазе с этих ДД перетаунтивает? Сейчас, значит, стоите, блядь, на рейнже не так, как вы хотите, ебать, блядь, от рейнджу набираете от печеньки. А, перед первый арстайл забирает. А, бля, Хан, ты сможешь переагрить? Умеешь? Ну, забрать баф с большого. Дело хотя бы раз так. Ты думаешь, да, или сможешь? Когда умрет, блядь, средний, в момент смерти должен затаунить босса, и пока тебе баф не навешается, ебать, съебаться. Все, первый сможет, окей. Это арстайл террор заберешь. Тебе еще, я думаю, проносит Саня Абудаби. Последишь ты за этой темой. Давайте, даю еще раз РЧ на пол, на баф, на ваше понимание тактики. Даша, что это? Этот... Вначале, пожалуйста, не бейте, не пуляйте раньше времени. И дайте наагрить. Даша, куймон. Готово? Искрить, все, давайте, пуляйте. На пульте только, блядь. На мораль напуливайте. Хан? Ну. Среднего, большого. Дайте агартайма немножко. На большом, правильно. Иди, вставай. Нет. Помощь. Проследите за гром волшебника, пожалуйста. Что даже, может, без команды Мусалю накидывать. Стану по пиздюку закиньте, паладин. Большой мент, отводи. Все, на ренжу встали, кто кого назначали, все остальные стоят мент. Блять, что это было? Су, бэйр у вас. Дали рыбак повар. Ренджу набирайте, три. Повезло. Правильно, повезло. Наслахали мы. Стоим, идем дальше. Метку будем ждать или будем без метки переводить? Наверное, подождем. Ты имею в виду руну?
Ну конечно, стопать будем. Набирайте рейндж уже. Набирайте рейндж. Рейнджи все набрали. Выпишем. Надо будет стопать. Так, нолями стопнули, нолями. Все, стопнули, Ронс. Стопнули, не бейте среднего. Наберите, разошлись, да. Милики разошлись. Что у нас будет? 5 секунд. Сейчас рана будет. Хант, стой на РНЖ, и как мелкий умирает, сразу там. Рун, убивайте среднего. Все, подальше отойди, Хант. Умрет сразу. Уже скинул. Беги, все хорош, играй. Все, встал, метка домаш. Похуй на РНЖ. На раньше выбежи. Войд, выбеги на раньше. Пахан, ты брал. Метка кончились, все ранжи набрали раньше. Все выбежали. Все, выбежали ранжи все. Хант от рейда убежал. Хорош. Артстайл. Таунт. Блять, не забрал. Забрал. Добивайте так. Мастак раздать. Удамир, дай мастак. Я танчу делал, блин. Не умирай. Телдрин, давай мастак. Или смерть. Добили. Сколько у нас начали? 4 секунды и добили. Хорошо. Молодцы. Молодцы. И бухалку с первого ящика. Обратно этот кинжал упал. Опять этот кинжал ебаный, блядь. Же заебал на. Отец. Кстати, он на трансмог вообще охуевший. Кто хочет, блядь, поудать трансмог за 400 кп? Есть такие? Ну вот, это боевская сейчас. Да кому надо, разрали. Нужна кому? Кому грудак нужен ролить за пол ГП даже. Там же сейчас Т8 продается нахуй этот грудак. Ну, да, с одной дыркой. Забирайте ему там, продадим или грубаки. Чистая хуйня выпала, никому не нужна. Может, брюки говно хаут находим на стене. Полуки. Диск там нажимайте, мой. Кому нужен? Да, мой спектр. Пару посмотрю, блядь. Тогда на аут пусть у него будет. Уазик, да, и диск на аут. Пусть будет у РЛ. Ну или у Вайду дай. Я у вас буду. Ну, у меня квест взят, он мне уже не нужен, этот диск. Там кто квест будет брать, шмотки типа с него плащи там или что там падает, посмотрите кому надо. Это, с этой хуйни ничего не падает, это просто ключ на уголом. Это не ключ, это просто квест, чтобы 4 хранителя полутать в героическом режиме. Че, никто, Роги кинжал не нужен, правильно? Подожди, шамана кинжал не носит, правильно? Я шаману дал. Но они носят, но они, так сказать, 1.9, ну, без носки, но 2.6 надо. Видишь, как удачно, да, ты зашел? Ну, колючка зашла, блядь, мы босса убили, он зашел. Ну, хотя бы, блядь, поадекватнее, чем-нибудь, масяня. Так, все здесь. Давайте будет те, что. Играем в грудак. Все. Выбиваем руку. Людей выбили, обратно в грудак. Блять, не дай бог нахуй кого-нибудь в руку опять свечится, ебать. Я утоплю вас в ГП нахуй. Шучу. Играйте в руку. Все. И не шутят. По анонсу.
все готовы. Блять. Надя, давай подам, стой. У меня пуля первый. Давай, пуля первый по команде. Припода жмите все на атаке. Понятно. Да, вот сложно, походу, для вас. Да кто-то бомжа призвал. Они не мешают здесь. Не, они просто ренжу, понял? Дотянулись до босса. Хант, листик нажми. Да-да, Хант, под листиком. Ты, блядь, пол. Все висит, будешь под листиком, походу. На твой урон, в принципе, пол. Выбили руки. Руку все свечи. Руку, блядь. Выбили, все. Играем в бату. Руку. Выбили, играть в петлю опять. Руку сыграли. Больше выбили, все, играйте при том. Руку скрали. Еще раз выбьем. Несем до 15% и соля руку. Выбили. Быстрее. Больше рук. Плиту играйте до 15. Сейчас личность в руку добили. 100 тысяч на мне. Молодцы. Блять, никто не умер, я вахтана. А в ПГ рейдах на этом боссе вайпаются и ливают. Немножко хилы не дотягивают. О, блин, нарочишь хороший, да? Ну как тебе? Какие? Да, неплохие. Средний. Ну, у меня 13-й еще. Ну там с дыркой, конечно. Ну, если просто так больше, чем даже соки там, то лучше, конечно, их взять. Да-да, забирай петухов. Поехали. Старайтесь равномерно играть. Где там? Давайте. Мобов, чтобы кошатка сразу подошла ему сразу. Можно звездочку просто убить, и второй моб полезный будет. Нахуй они сделали, что эти мобы кидают бой на рот и бам, блядь. Ты успеешь ратролить до прихода кошатницы? Не знаю. Он без тебя с пулем. Давайте сразу на место встали. Бежим. Танк. Хант, трапу разлей и на пулю на паладина. Ну я его в танке. Тут трапу ставишь, вот тут. И на пулю его шпалу. Тут, кажется, нужно выключить листик, он тут бесполезен. Ну, без туда, без листика может быть. Васян. Покидать гильдию. Ты пошел нахуй. Хан, быстрее.
капаю на пол. Тогда с пола Ладомир мастак раздашь. Сразу АВЕшка на пуле рога и... Отлично. Стрелей этих кис. Босса заберите, он терьяки пиздит. Прямо, правда, шамана нету, точно, ладно. Я первый сниму. Там у вас есть, он ему похуй на шаманов. У него ярость берсерка есть и зуботычина. Он все это сделает. Фурик не надо здесь. Сейчас киска выйдет, фич, все не отвечусь. Тогда пару кис убьем, короче, просто босса добьем. Вышла киса, танки забрали кису. Он в фурике. Дай, по кисе дать урон. Дал ультерский стан. Потом все убегать, все, выбегаем, побежали все. Блять, нихуя, че он мутит. Хайфу. Выбежали, простились. Бля, ну короче, Бэра не даем. Движите на конце. Давайте на тайминге, конечно, поймала, да, нормально. Надо ли стопнуть до фира, или быстрее залить? Скорее всего, надо подождать, пока лучше она попрыгает. А то под фир попали, там люди сдохли лучше. Вот, я тебе говорю, тайминги поймали, они ебанутые просто. Кошка вышла, заберись. Гляньте по кошке. Блять. Давайте она прыгает, красный. Пытаемся убегать. Убегайте все. Кто наверх бегает? А, я вот тут стойте, да, на лестнице. Нормально. Все, босс играйте, кошку не сыщитесь. Просто заливаем босс. Здесь всегда мог быть. Туда не вставайте, мы срезы поднимем вас. Кир долгий, да, пиздец. Кошку забери. Выливайте, босс. Стреляем. Мы даже до фера успели, в принципе. А что ты выводишь? Она прыгала у нас или что? Не знаю, что-то подумал, что просто вывести ее. Ага. Чтобы она не прыгала, нужно ее за текстуру вывести. Бля, она сейчас просто с полрейда распрыгивает. Торпельный. Как же она заебала, она мне только стал уже кикнула. Далее масс-рез. Еще одна боешь. Ну, голова, в принципе, ни о чем. Бля, половину не достали. Разрез эти люди. Не идем на это уходира. Я в ДД спекаюсь. Аккуратнее, блужится, пожалуйста, не забивайте.
Слева лужу не заденься. Ебать, конечно, нормально там полетело бы, не трубусов. Вылежи, наверное. Подниму. По правой, по левой стороне проходим аккуратно. Одну лужу сагриваем, вторую не задеваем. Она будет чуть правее лежать. Хан тоже там на пол сразу дайте с ровой. Там линкуют в трэше шмотка. Ну, Слава пойдет, а заберет. Если грозно, то собирается. Может вообще забанить? Да не, просто точно собирается. Второй там пришел, давайте ему стан. Второму его отбанить. А, ебать, раш. Чего на кайф? Только на пульте. Ля, тут цифры летают. Разбанивается. Забрали кольцо? Слав, ты забрал кольцо? Сейчас я вернусь. Вроде кому кольцо нужно без ГП. На офспек, на майнспек. Кольцать нужно ему? Ну, без ГП он заберет, конечно. Ты два кольца описывал, как нам нужно. Я нужно. Я папа. Не, кольцо хорошее. Для капов особенно. Разбахнемся, пьем, едим. Хан, когда стоишь, Хан, ставишь листик? Что тоже, да? Листик ставишь и стоишь, костер слатываешь. Умеешь, да? Знаешь, как он выглядит? Правый моб, который самый правый стоит сейчас, плывет, он костер кинет. Сумой? Где-то не прям, не стоишь не в упор, как костру, ебать, а где-то на ранже, чтобы не потушить его. И стоишь, просто лупишь босса, все. Много не стакаем, двигаемся, ебать. Вот. Все остальное все знаете. Германа раздавать не будем, я думаю. Хотя она откатится доторим. Дадим Геру по фасту себе, ебнем его. Так, все туда. Все присумонили. Давайте РЧД на баф. Так, кокосик. Шаман, тотем отель доставлен. Не-не, хасту ставишь. Не надо, тут аура паладинская. Хасту ставишь, да и там. А вообще листик нужен? Нет, нужен, да? Нет, тут только лед. Все, Хан, тогда ебашишь по дебиту своим бабам. Давайте, я по МПУ даю десяточку. Да, он кошатница должен был тоже на своей ебашить. Тоже. Все, это самое. Разъебали глыбы по фасту. А уешь мы с вами. Давайте, заехали, ребят, по глыбам. Быстрее, быстрее, быстрее. По боссу пошли. Там костер кинулся, Хан. Так и дело. Так это костер, нет? Не вижу, что так на боссе. Дали Веру. Косик стаков много, там где побегай. Тучи разнесли. Моста крутали. Готовимся, забегайся. Отошли все, так как у него забежали. Разбили мы ебало.
счет, а сколько там батареи? Обычно. Ебать, там доги что же, блять, хуяти, блядь. Нормально, нормально, но я почти догнал тебя, ну, бля, не хватает. Бля, вам повезло, то что у вас эти херня была на крит. Да я в ахуе, какой нахуй крит, блядь. Ну, этот... Да, я... Там пиздец, я срываю игру, ты забираешь, о. Все нормально было. Сыграно, и вообще боежка. О, Владимир на ГЦ. А Владимир ГЦ получается? Ну... Перчи этот запястье. Да, что, уже, уже не надо. Опять я нравился, наберу какой-то. Щит, кстати, боешный. Но я думаю, он до сих пор шарпалин. Давайте. Блять, трэш. Продадим все. Тогда потом тогда в ГП покидай, я не знаю, слав все боёшки все. Нам бы голду бы отбить на кто-то, мы проебали. Ага. Этот, вот эти кольчуга, кто-то ролл кинул, там 100 ГП нажал, я себе закинул. Кому-то надо эта хуйня? Без ГП, если человек кольчуга, ну типа грудаки вот эти и голову, мы без ГП даем. Уроки нам в спеке кому надо. Вон там шаман отдаем, чтобы нам не знаю. Там то отдайте, тоже отдайте. Ну там бой пока. Посмотри. Кого, бля, ОД нету, забирайте. У тебя ж хан есть, говорю, так, зачем тебе второй? А, фраза. Чё, по роллу смотрю. Круда? Да. А чё там ещё упали? Запа на ханта упали? Или чё? Да, ну я это, так ему передам сейчас. А, я просто чтобы ГП не надо передам. Ну, четырёх я не думаю, что надо было агрить. Ну ладно, они же... Рокотана бейте. Давайте, давайте, а пока что все равно сейчас будем метку пока расставлять. Щит боешку надо говорить, надо подарить. Так, у нас боешки что получается? Два грудака, шапка и вот этот щит, да? Две грудака. Две грудака, да. Сейчас я в ГБ закинул. В какую там ячейку надо? Да, самое где, блядь, более-менее что лежит. Дорогие вещи туда лежат. Пятую, в третью, в четвертую, я не... Это только эти имеют плюс. Короче, в пятую закину, где камни эти. Так, мы как сейчас? Трэш пулит, да, и я беру ВМК и буду на кеш вставлять. Там я? Да, да, да. Давайте, пулим трэш, вот это ВМК, Крис. Ой, а чё я сдох? Просто взял, сдох, нихуя. Кнулся, ебать? Просто сдох, блядь. Чё меня убило, блядь? Информация о смерти недоступна, блядь, прикинь. Тебя очнулся, упал. Просто очнулся, гипс. Не-не, просто админа убили. Сука. Слишком круто для этого райда. Я как раз хотел... я понял, я хотел, короче, наручи одеть. И вместо ткани вот тыкнул на кольчужный. Может, из-за этого сдох. Укололся, ебать. Я по руке держусь, я трогал. Так, прибавилось хаста, нет.
Сейчас стрелот. Напишу, поставим метку. Ну да, Талдер пойдет в комнату, морать будет что-то танчить. Как обычно. Да, тогда получается Тедрин падает вниз, забирает возле стенки босса, забирает Моральт и переигрываешь его в метке, понял, да? Ну, не как обычно, ну да. Как обычно. Ну, как обычно, я в ДД. Ну да. Был. Не как обычно. Просто метку станешь, которую вы будете стоять, Тедрин спрыгнет, стагрит возле стенки босса, он к нему побежит, и ты забираешь, чтобы он прям поровный. Я понял, я понял. Что там еще, типа, кого им надо, короче, да? По приору они как вообще? Встаньте вы. У обоих, наверное, ноль, да? А, не, у Ханта есть приор. Ханта, давай на ночь. Женек, встань в метку. Встаньте в метку кто-нибудь, заебали. Все покажется, что ли? Да может пусть Слава расставит. Без разницы. Когда ставит метки, блядь, прям по кайфу все проходит. Ну, давай, Егор. 2-3 минуты у вас есть, покажется. Что у меня раньше не пушит? Контроль. Да-да. Контроль. Там на поле, я думаю, Хан. О, блядь, ДБМ. Сейчас траволгнусь. Давай, Элдомир, летись. Помочь, что надо там за бафа сначалиться. Пока есть время, летите. Прикольно. Это сожжение больше урона наносило, кого приходили. Ну, она 15 стала бить что-то. Ой, 13. Угу. Ее бафнули, видимо. Нет, просто, ну, ваши бафы были. Типа увеличим урон. Посмотри по другим боссам, он тоже больше бить начал. Не, у меня только ходи расстался. Ебать, у меня что, рейндж не работает. Ебать. Если не работает рейндж, может, голодно, что ли, знаю. Где Слава? Так, да я в начале места был. А вот эти наручи, вы говорите, там шаману не нужны, ханту нужны, да? А, не, обоим нужны, но там шамана приоритет на 0, а ханта есть приоритет. Ага. Ну, в натуре. Я, правда, не знаю, откуда у него ЕП, и я его первый раз вижу, а у него 2700, блин. Вот. И нет, был он. Так это 3К МБА теперь полная, блин, 13500 бьет, нихера себе. Какая, да. Какая? Ну вот это, с острова, Вечное Пламя. Нихуя. Было 9, стало 13? Ну да, смотрю, про комп 13500 бьет. Круто. А, починить. Даже если его починить, она будет бить обратно 9, она все равно ебла. Че, на метки ставите, да? Сейчас, я не трогал. Что раньше пишешь? Ну, пусть Слава расставит. Жалко раз. Так, давайте... Не, короче, пусть ставит, у меня он багается. Так, они как по локам. Локи все тут, плюс они, я сразу раз назначу СС. Я халдой. Какой си? Ладно, не суть важно. Смотрите, сессы будете сдавать, как мы спрыгнем, когда мы босса спулим. Зайдите тогда, короче, док сдашь по Морали. По кому? Морали сдашь СС. А. Кирьяки сдашь по Телдрину. Давай я по Телдрину. Малак сдашь по Суфу, и Квазивер сдашь по Нечаянно, а Кокоси сдашь по Квимуну. Все, вот это нормально. Ладно, Морали. Чарли Логнич. Надеюсь, его слышу. А, я потом еще раз озвучу, пока нет. Займёт. Комната пока, блядь, у Плэн Рейда нет, пока не... Комната не начинает. Сейчас мы метки оставим. Значит, поставим. Всё, вода включилась, конец.
дерево, я тут тихо там будет дерево. Контроль. А, блять, что это? А, все. Сейчас перебегу. Отойдите там, кто сзади, Женек там или кто? Кто на ПК? А, кстати, первый остров еще не апнули. Нет, по идее в 6 часов могут 50 на 50 апнуть. Сейчас перебегу. Ну то просто первый еще 213, второй 32. Это нечестно по отношению к первому острову. И в луну одно тело нужно. В луну то встать? Давайте, котик, квин. Нормально, встаньте в луну. Я отбираю. Ну-ка, встань в этот. Ну, нормально, ладно. Все вроде. Все, заходим, бафаемся, распределяем. Давайте, ставьте шкаф, Локи, сумойте всех. Ходите. Даю арчи на присутствие. Надо расставлять. Я также в это отдельно стою. Я также с своим любимым магом и квазиером иду. Так, все тут. Локи, не все тут. Еще раз, я повторю. То, на кого дают СС, СС сдаем не с пула, сдаем, когда с пулем босса. Потому что они, возможно, ну хотя похуй, можете сразу сдавать перед пулом. Графан дает по морали. Я, возможно, сейчас по-новому назначу, потому что я забыл, кому он назначал. Графан дает по морали, Тиряки дает по Телдрину, Малак дает по Суфу, Квазивер дает по нечаянно, а Кокоси дает по Клинму. Все запомнили, усвоили ее? Не было нахуй. Так, ну давайте по меткам. Значит, в квадрате у нас стоят два танка. По Квинму сдаешь. Ты по Суфу, да, по Суфу. Так, а Зивер по нечаянно. Поехали по миликам. В крестике. Так, крестики. Артстайл, Рога Тога, Женек. У нас 6 милик. Ага. В луне. Получается, кто там остается? Кот? А нет, 7 милик, космополит. Кот, УАЗ и... Кто там еще, блядь? Поставь Фэнка в лицо, короче. А я что-то не вижу, где 7 милик? Кто? Космополит, Женек, Мораль Танк. Мораль Танк, ну все. Да, все, да. Значит, УАЗ, космополит и Энх в луну. Поехали, звездочка, значит, будет стоять. Значит, Хилл. Квин Мун. А, кто бегает? Аверна, Дырафан и Квазир, да? Ага. Квин Мун. Значит, в звездочке стоит Малак и Терияки. В луне. Ой, блять. В кружке будет стоять нечаянно. Потом Кокосик. Сразу доставайте. И Квин. В ромбике будет стоять. Так, Ладомир. Хантер. И Диазар. В треугольнике будет стоять Хао. И кто там остался-то, блядь? Что-то, блядь, всех, походу, расставил. Пук будет стоять. Кого еще не назначили? Есть такие, кто не знает, где стоит? Вроде все это расставились. Но одного бегающего. Я, видать, с вами тут. Может, вы иногда будете отбегать со мной или лишь нарушать. Я типа вот тут стою. А Суф где стоит? Суф. Суф это не назначил вот как раз. Да? Да.
Так, ну, суп. Ну давай сюда тогда, да. С Хао будешь стоять. Пук, суп и Хао в треугольнике. Забыл. Так, давайте теперь по комнатам. Все Локи. Все Локи, три. Это получается что, 4 Лока, 3 мага и. Этот. Три мага, на самом деле. Три мага. Четыре мага. Четыре Лока, четыре мага и. Можно и так, в принципе, блять. Четыре Лока. Ну и пусть сова идет еще. Не, сову не надо, пускай она тут уешит, если много трэша будет. Если. Ну, сколько? Ладно, 5 локов вы говорите? Ну все, 5 локов, 4 мага и все, хорош, там вообще хватит. Просто кастерам нехуй делать здесь в целом. Дальше это там Телдрон, хилим мы с тобой удалим туда. Тут 3 друида будут рейд, понимаете. Да, Сапрот. Сапрот у меня нет, возьми в ГБ. Понятно, оставил. Парцел одно будет грузиться 8 минут. Саня, у тебя есть Сапрот? Че с Расставилом, кстати, он зайдет? Он пишет, что у меня одного 8 минут будет грузиться. Uh-huh. Потом мне написал 36 минут назад. Точнее, блядь, в 36 минут он написал. Это получается. Саня, вот ты здесь вообще? Долго тебе еще? Пиши мне в Дискорд. Сколько тебе осталось? Он вообще пишет 33 написано. Сейчас уже 10 минут прошло. Отпиши, что-то там изменилось у тебя. Нихуя там чё. Да, у кого Сапрот есть, пейте Сапрот лучше. Дайте Егора Сапрот. У него нет. Телдрин, а ты шо, шай купил на тонко? Телдрин может снять Сапрот с ГБ. Короче, 2 минуты и Никита подойдет. Что он сделал? Выбил. Он выбил Шейна там. Ничего себе. Отойти можно еще? Да. Сапрот на 50, сейчас больше нету Сапрота. Дайте мне тоже Сапрот, а не я без Сапрота. Кто Сапрот, дайте до ДЦ, пожалуйста. Ты кто раздает? Я дал. Короче, ладно, я Никита беру. Половина. Арсау, не обессудь. Бля, минус Читал. Хаб. Минус, да, ретрики, бать. Ставьте шкаф, смотри, Лока. Так, ну он стоял, Лока, смотри. Так. Он, получается, стоял где? Мелик-мумо. Можете, в принципе, вы на полицо стыкните, блин. А если Хантат поставить заместо него, он сможет бить? Не знаю, нет, место. Вряд ли. Там прям, ну, типа, надо дальше отходить. Ну, поставь к миликам какого-нибудь ренджа, а заместо него, заместо ренджа Хантат. Получается, поставить. Из звездочки, кто он звездочки стоит? Плюсадите. Вон там они стоят все. Да я, блядь. Вот, Малак, перебежишь в луну, будешь с миликами стоять. А в звездочке встанет Вильзиул. Какие ты звездочки ставишь? Дайте ребаф. Который... Где? Надо уже пробовать. Ты с умами хата, нет? Да, он здесь. Никита, ты здесь... остаешься здесь, а уешишь. Ну, на рейде. На фазе встаешь в эту... звездочку. Рибас или Ханта? Чё, давайте поехали. У нас типа, ну, каски блоки есть. У нас дайте за место креста кулак по всем. У нас артур кулаки раздавал. Кто нас кресты раздает? Дайте кулак. Разбахайте кулаки по милик. Дайте только, ну, может, быстрее. Расставил, удавал. Прикольно припохнуть. Крик на хп обязательно дай там, чтобы больше хп у людей было. Все, блядь, сбили теперь каску с Никитой, блядь. Дайте каску тебе по ходу. Все, да, давайте, я снимаю мобу, гуляйте, поехали. Блядь, стоять. Долго лучше стоим. Давайте.
Можете, ну, эстесы можете прям уже раздавать, пока мы вообще будем рады. Малак. В луну, малак. Раздавайте эстесы. Заплатите за то, что посмели вмешать. У тебя висит кулак, женек, блядь, еще раз напишешь, нахуй. 7 минут на нем, потом крикнуть. Это 7 минут, это, блядь, все, это хватит. Что это? Кто там из миликов на арене? Подведете завоевателя к ШП? Прислужника сразу въебали. Побежали дальше. Все, он у меня рядом. Готовимся перебегать налево, перебежали. Так. Направо перешли. Ну ёб твою гнаху. Ты чё? Ну сорвал ещё Тима Бог. У нас, блин, ни одного друида не... У нас нет друида. Да, у вас ни одного друида ещё здесь нет, вообще такая. Хуёво это, блядь. В следующий раз друида убери, клоун. Откройте ворота, там, откройте там ворота, пусть друид зайдёт и бэрли, как можно сделать. Пусть один друид зайдёт, подведёт ворота и бэрли, зайдёт и выйдет. И с нами пойдёт. Космополит, беги. И беги резать в котею. Тыкай рычаг и зайдёшь. А чё, ворота откроются? Да. Давайте, ребят, только вальс, у нас минут осталось. Чё, беги и резнешь там. Ребят, там, вы там живите, доебать. Держишь космос? Да, ну, вы там чё дохнете, ребят, на арене. Бахните меня сразу, вот прям сейчас. Нечаянно резнешь уже, когда босс будет запускаться, ханта. Снимите скина моба. Да как вы там дохнете, блять, Алона? Мобы убивают по очереди. На, можно вообще фигура дохнуть. Все, ну можно. Что вообще пьяный? Можно лечь, можно лечь уже. Пробудите или не дисколет никто? Почему-то никто не дисколет пробудите. Вот, ну, давай шаг. Посмотрим на диспел в рекаунте. Так, а диспел от Абу-Даби, но это в коридоре. Да. Наверное, Энх не умеет диспелить. Да, Энх? Ты шипа, блядь. 4 сбивания каста он дал, а диспелить он не умеет. Он моба держит. Типа, чё смысл от шипа? Это, блядь, не игра, это... Ну давайте, блядь, пару магов туда сунем. Они же могут диспелить. Нахуя, да? Магов, если Энх может диспелить? Он просто хуй забил. Энх, ты тут? Ну, Дисси, может, я просто не знал. Ну, не знал. Энх, ты тут? Надо сейчас, чтобы он ответил. Тут. Он не знал. В челяди, у которых, блядь, написано пробудители, ебать, их надо диспелить. Что-то там сидит. Они вешают на себя желтую парашу. Это щит, который поглощение идет там 1100. Давай, за место меня пойдет туда друид. Комнату, а я с ним по дисполе поставил. Ну давай. Тогда в чело, короче. Беги туда же. Уже там выера нет. Прибежали, разбахались. Ладно, ничего страшного, тебе 5. Сесты все проебали, да, походу? Ну да. Ты чё, БМ, что ли? Я ты, блядь, уебался. Дома. Давайте, в темпе, блядь. Что такое тянется? Тут время дохуя. Природа, кажется, да, еще нужно ставить арене. Да, точно, хан, блядь, с листиком, блядь, бегаешь. В курсе? Так,
Давайте, сели, разбафались, пожрали, блядь. Лавочки проверили свои. Полетели, разъебали его нахуй. Давайте, я даю вам РЧ. Готов. Там очень хватает. Кулак, блядь. Дайте кулак. Космополит, дайте кулак точечно, блядь, на 10 минут, блядь. Потому что он пирал, блядь. Гуляйте. Дали тебе космополит? И по шаману, что точно, ты один шаман вроде. Да он один, там на него можно и этот вешать. Дайте кулак точечно космополит, да и по шаману дайте просто кулак. Просто дает, я вообще душа не я. Пошли, нажимайте там. Давайте, ребятки, аккуратнее там с этими, блядь, с перебежками. И, блядь, не рвите Телдрина огромного. Только в прислужниках играйте. Мелкий там подох, он подмог. Да я просто одну семечку кинул, все, блядь, на меня подбежало. Молодец. Все пиздец. Но вы, что это? Я вас там рассчитывал. Поехали. Вот он, петушок вышел, и его, с него здесь появится щитка. Блять, не говорите, я вас умоляю. Блин. Да, бояре вас тут. Ой, я твою. Она всех бомбу раскинула, она когда начинает лопаться, большой дамаг, они на меня, говорит, убивают. Нахуй это бомба, когда тебе горят, говорят, прислужника, я, блядь, не понимаю. Я сейчас еще из-за войдет. Встаньте нормально в комнату под босса, почему вы стоите на выходе? А вас стараешься заводить? Вы как будто, блядь, первый раз нахуй. Упали. Ложимся, да, там суп сдох. Там еще трэш заводили. Ну, мозгов нет. В чем проблема, не понимаю. В чем проблема? Зачем вы кидаете бомбу? Вам сказали, залейте точечно прислужников. А когда вы прибежите, понимаете, что у вас танк станется, ебать, по КД. Он не может набрать агрон на всех мобах. И вы их срываете на себя. Как вы прибежите, блядь, к большому мобу, со всей этой пачкой ебаной, тогда вы тогда уже, блядь, начинаете ее кривить потихоньку через большого. Неужели, блядь, мы уже, блядь, 3000 раз убивали его здесь? Еще раз, еще раз скажи, как сделать, чтобы моб в ворота не чаржился, нахуй. Надо в воротах, наверное, не стоять, нахуй, или это сложно понять, блядь, ебаный рот. Первый забегает танк. Потом забегайте вы. Забрал моба, поставил его, забежали, блядь, все, нахуй, встали, на рейнджеры сосались. Не возле ворот, нахуй. За спиной просто. Не лутайте урон там лишний. Я смотрю, у меня когда у вас там пол хп нахуй, я вижу на фреймах. У меня, блядь, не знаю, сердце, блядь, ёкает там. Урон там вот лутают. Вон там мне когда щит был нахуй, я вообще мог нас подсейвить. Блядь, не можем, сука, ебаную комнату пройти. Вы чё нахуй? Видите, ребахус. Давайте нам по-хорошему сегодня, блядь, сколько, 3 часа? Пиздец. Либо этих всех сложить нахуй. Хранителей. Всех хранителей потратить на Мирон. Какой Мимирон, блядь, ты что нахуй? 3 часа уже. Нам вообще по-хорошему на фу снести, кроме Мимирона, блядь. Ну, точнее, кроме, блядь... А, ну, так не получится, да? Ну, оставить так, можно Мимирона и Йогу, в принципе. Вегаса можно же убить? Нет. Не, не открывается ворота. Да, блядь. Ладно, посмотрим. Как у тебя с Торим и Фрейм будем давать врачи? Честненько. Давайте, да, давайте. Убиваем. План на сегодня. Убиваем Торима, Фрейю, двух боковых, Астрокрыл и Иннису, а
отправляем, потом втраем пожарника нахуй, и так нам три босса останется. Давайте я РЧ даю ему. Так, три босса, ребят, убьем, четыре, ебать, и, ну, хуйня же, ебать, старайтесь. И разойдемся. Хотим. Давайте, гуляй, поехали, все здесь. Ну, а Игнисом пожар этого в столовке оставлять? Игниса? Ну, давай ставим в столовке Игниса. Уже, блядь, давно бы тринку сами нафармил бы с острова, блядь, лететь. Да ебать, со столовка, на. Анковское говно? Ну, знаешь, это гораздо легче, чем убивать. Келдрин, танковское говно? Тринька там. Ну вот, что тогда вы говорите. Завивателя не бейте. Ой, я МК здесь понял, что? Не писал, что я МК здесь понял. Так, я сейчас проверю. Бля, чё мобов столько ебать, чё? Уроку, блядь. Да ты бы, Никит, бы здесь пригодил себя в сурве в своем, а не в этом БМе. А в Торе мы эти чем буду бить? Как под него трапу ставить? Мы, блядь, не можем до него добраться пока что. Мох на арену побежал, скайф. Лишь бы, блядь, не заведелся нахуй. В порядке все? Да, все, последнего убил. Ханты рога на пути хорошенько в начале боя. Сув, просили мою собаку, ну пожалуйста. Спасибо. Руд ебал нахуй, сука. Да. Помогли мобов убить. Ебать, у вас. Да пиздец, ты что-то вообще будет. Блять, давайте, Геру, давайте мобов убить, сейчас она здесь похороним. Будите ли сначала точечно убить? На двух, на трех стаках уже после гера все отходим от разряда. У меня, который со столба вылетает. Все, бейте по боссу. Забери. Разряд с мили, разряд на сейчас выйдет. Дай бог вам, блядь. Божество, блядь. Не прохильте, ну что такое? Я уебал, блядь, почти ваншотом. Ромбик. Какой ваншотом? Меня 4 секунды убивало. Давай, сух, подним... Сух, это, да? Космополит, подними Дарафана. Так вот лежит, да. Тогда ауру поставься. Срамба. Ауру от огня. Щиток, ему щиток сейчас сдохнет.
Стамину вернуть. Это лед на войда идет, подхильте. Все пиздец. Не, у меня сейчас ребят. Пизда. ФБРом у нас еще. Нечаянно Квинмал поедет. Квинмал БР в резервуху, нечаянно БР, блядь, нечаянно сайт БР, но. Сейчас по танкам раскидайся. Ну стоп, блядь. Там, тут сейчас умрешь. Не смотрите за разрядом вообще нахуй, блядь. Где ДПС, я не понимаю. 8 стаков, половину ХП мы снесли. Все в порядке у вас там? Почему так много трэша нахуй у нас? Мы что, по ДПС не вывозим? Если в комнате, в этом, в туннеле нормально, можно оттуда тело забрать какое-то. Ну, потому что трэша слишком много. ДК сам по себе не может много трэша агрить. Так отправьте ДК туда, пусть там гасты сбивают. Боже, блядь. Бежит чел первый, нахуй, видит, что там ёба мобов, и вместо того, чтобы спрыгнуть, помочь убить трэш, и он запускает босса. Нахуя, непонятно. Просто челам говорят, блядь, чтобы от разряда отбежать назад, просто чел, блядь, через другой кемп пробегает, ловит молнию, нахуй, умирает. Кстати, от молнии, по-моему, никто и не умер. Умерли все вот именно, блядь, от разряда половина. От разряда убегайте, стоите вместе, ебать. Развернулись, блядь, от 360, 180, блядь. Убежали, блядь, в сторону стены, откуда разряд. И в бок, блядь. Также вернулись обратно. Не надо, блядь, хуярить через чужие кемпы, ловить и лутать молнии, блядь, на всех. Давай, на Телдрин остается на арене, столовка, тогда идешь туда. Вот, в хуйту, в комнату. И одного лука оттуда ДДшника забрать. И да, давай, кого? Блять, кого? А теперь ничего, они, что локи, что маги, они особо уешь. Ну я сделаю вид, что столовка. Давай, блять, кого? Ты меня возьми оттуда и я останусь. Да ты больше всех даешь, Тириаки пусть идет. Тириаки, остаешься на арене. Все, Тириаки остается. И это самое. Сейчас, секунду. Давайте ребафы, дешевите рыбу. Смотрите, если, блядь, мобов дохуя, а еще время есть, блядь, пусть один луч останется наверху и подождите, пока мобов добьем. Не запускайте раньше времени. Надо сейчас еще попробуем занойсить. Потому что босту, ну, очень мало снесли. Ну что тут, 9 стак, блядь, у вас пол хп, нахуй. Ну, наверное, весь ДПС, конечно, ушел в трэш в этот ебучий. Блять, типа ахули говорят. Сломали вроде. Так, давайте РЧ даем на баф.